Жоз лакотню! 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 Сегодня в очередной раз мы стоим перед этим зданием. Потому что сегодня в очередной раз этот бандитский режим будет принимать повышение цен. Повышение цен на электроэнергию и на электроносители. Мы собрались здесь в очередной раз для того, чтобы высказать свое презрение этому бандитскому режиму. Преступный режим Плохотнюка окончательно обнаглел. То есть они готовят новый удар по населению. В самый канун отопительного сезона они готовятся повысить тарифы на электроэнергию на 12 с лишним процентов, на тепловую энергию на 27%. Это будет очередной удар по всем, но в первую очередь по самым уязвимым слоям населения, по пенсионерам. Пенсионеры и так плачут, что они не могут оплачивать фактуры зимой. Летом они из своей мизерной пенсии выкраивают там по 100, по 200 лет, откладывают все это на зиму, потому что они люди дисциплинированные, сознательные, они всегда оплачивают свою фактуру. Но сейчас одним ударом все эти накопления тоже будут уничтожены. Эта власть, она ведет себя как фашисты на оккупированной территории. Они хотят превратить и Кишинев, и другие города, как блокадный Ленинград, чтобы здесь все замерзали в своих квартирах и топили паркетом и книгами. Эта власть скрывает, как они рассчитывают эти тарифы. Все это делается непрозрачно. Никто не знает, как формируются эти цены. Все эти схемы, они закрытые и коррупционные. Электроэнергия продается через офшорные компании. Вода, все коммунальные услуги тоже через офшорные компании. Мол, телеком работает через офшоры. Каждый телефонный звонок это там капает 10 центов, 1 евро в копилку Плохотнюка. То же самое с паспортами. Никто этого не знает, как они это делают. Это требование повысить тарифы, это требование Международного валютного фонда, которое также секретно и закрыто от людей. Оно зафиксировано в меморандуме. Если они не выполнят это требование, им не дадут очередные кредиты. Но эти кредиты тоже разворовываются. Вот недавно они получили 60 миллионов евро от правительства Румынии. Еще больше увеличили государственный долг. Кто-то почувствовал, что стало жить лучше. Эти деньги из кредитов МВФ, они попали в том числе в украденный миллиард. Этот миллиард тоже никто не возвращает, а его наоборот повесили в виде государственного долга на плечи всего населения на 30 лет. Его придется выплачивать нашим детям и внукам эти долги. И сейчас они настолько обнаглели, что даже не боятся в самый разгар, в общем-то, выборов идти на такие меры. То есть им на все плевать, они что хотят, то и делают. С этой бандитской властью пора кончать. Пора и ставить конец, пора забивать крышку гроба в эту власть, пока они не похоронили всех нас. Наша партия идет на президентские выборы с обязательством распустить этот парламент и провести досрочные парламентские выборы. Нет грабительским тарифам. Жоз Плохотнюк! Жоз Плохотнюк! Жоз Плохотнюк! Жоз Плохотнюк! Благодарю работников полиции за оказанное содействие. Спасибо всем. Спасибо всем. Расходимся так же мирно, как мы пришли. Мы еще заявим их к себе. Мы еще раз заявляем о том, что наша активная позиция сохранится. Мы не отступим. Будем идти вперед. Сила правды, мы победим. Сила правды, и мы победим.